22 июля 2023 года. Афоризм дня на сегодня коротенький. Звучит так. Переживать бесполезно. Всех не переживешь. Написал я 6 августа 2010 года этот афоризм. Весьма оптимистичный, по-моему. Ну, в принципе, хороший лозунг так по жизни. Я его действительно использую. Подбадриваю сам себя. Переживать бесполезно. Всех не переживешь. И другим советую. Про жизнь вообще много. У меня афоризмов. Жизнь — сплошное расстройство. И кажется, психическое. Да, ну, в общем, много афоризмов про жизнь. Но этот, по-моему, один из самых лучших. Переживать бесполезно. Всех не переживешь. В 10-м году написал, сейчас 23-й. Второй раз я на войне. И еще раз говорю, переживать бесполезно. Всех не переживешь.